Доброе утро всем. Мы сейчас находимся в Элаке и решили поехать. Выехали из города, и чтобы добраться до каньона, находится 20 километров от города, от Элата, мы едем прямо по границе с Египтом. С левой стороны это уже Египет, а с правой стороны Израиль. Красные горы, да? Впереди черный и желтый песок. Разноцветный. А вообще, смотри, вообще разный песок, Ну это защита, это пограничные вышки, на самом деле. Но они сделаны как будто в самом домике. Наконец-то мы съехали с шоссейной дороги. Граница из Египта остается у нас также с левой стороны. А сейчас мы едем по проселочной дороге, еще где-то полтора километра. Вот, нас немножко трясет, но на машина хорошая, думаю, доедем. А пейзажи просто лунные пейзажи. Сейчас посмотрим карту, сделаем снимок карты и пойдем по маршруту. Будьте с нами. Пересечения с черным маршрутом. Так что начинаем. Расщельно. Вот мы как раз дошли до развилки. Вот этот значок красный переходит. Черный есть, черный налево и черный направо. Нам нужно идти по черному налево, как раз в каньон, в расщелину. Вот мы идем туда. А вокруг вот такие шикарные виды. И нас окружают скалы. Видно даже, как пласты сдвинулись. Пласты лежат почти вертикально. Здесь и ветер поработал, солнце поработало, и дождь поработал. Скорее всего, были землетрясения. Она черно-красная, а изнутри она белая. Можно хоть постоянно говорить вау, вау, вау. Насколько все это, насколько так грандиозно. Сколько энергии. А я там еще один снял, вообще совершенно зеленый большой куст. А вот эти, которые. А вон там капер живой, не засохший, из-за того, что у него есть немножко тени. Ага.
Ой. Да, каперс. И самое главное, мы здесь только вдвоем, больше никого. Мы встретили каких-то иностранных туристов, двоих бедных, без воды. Они такие несчастные и шли. Ну да. О, а нам немножко вниз надо спать. Вот это экшен называется? Да, это называется экшен. Хорошо. Идем на остров. Без экшена никуда. Я покоритель вершин. Я горный король гор. Неправда, ты единственный, кто останется живым, когда будет река течь. Классно, слушай. Смотри, там белое начинается. Ага, оттуда классный вид, кстати. Сейчас я сниму. Отсюда прекрасный вид. Вау, какая смена пород. С красного на белый. А там внизу? Что там, ящерица? Сидит ящерица? Да, которая меня напугала. Она подсветка. Знаешь, что это такое? Вот. Мне кажется, это лепчик. Почему он белый? Ничего. Это сель. Скорее всего, это... Вон, у них каменюки снизу такие. Ну да. Красные. А вот это, слушай, это не... Это было давно, это было пару миллионов назад. Вот если, когда занимаешься археологией, копаешь этот сам шурф, если видишь вот такой вот, называется перекоп. Uh-huh. То есть там копали, а потом засыпали. А это вот засыпали, ну засыпали, то есть естественно засыпали. Это естественно засыпали. Что это было? Как что было? Индейцы! Мы прошли тот каньон красный, походили около вот этих вот более желтых белых камней, а вот здесь вот, вон он, там был больше пыль, а здесь совсем другой вид камней. Вон они осыпаются. Превращается в песок. И звук такой, когда падает. Вот. Это слежавшийся песок. А вот мы идем дальше. И вот такой открывается впереди. Вот это каньон. Да, мы сейчас пойдем, а просто впереди вот этот каньон, смотри какая. Сейчас подойду к краю совсем. Если я упаду, то вы увидите, как я буду падать. И будут красивые съемки. Я не буду сильно, не переживай. Вау, вау, смотри, какая прелесть там внизу. Мы должны проползти по вот этой вот веревочке. И вот туда вот, внизу, пропасть. Внизу метров, ну сколько метров? Метров 50 внизу, наверное. А теперь Ира. Надо попить водички, пропила, теперь набраться смелости и идти, не смотри вниз. Когда возьмешься за веревочку, посмотри вниз. А?
веревочки. Но самое главное интересное, вон стрелка показывает, что нужно идти вниз. Нужно спуститься вниз. Вниз надо спускаться. То есть мы теперь будем спускаться в эту пропасть. А вон там еще. А там внизу еще веревочки. Ну, кто первый пойдет? Давай я первый пойду, буду тебя снизу ждать. Ладно, пропускай меня. Не знаю. Ну, не знаю. Что, ты меня ждешь или спускаешься дальше? Не, я просто спрашиваю, как бы как хочешь, как лучше. Теперь твоя очередь. Сейчас. Солнце уже высоко. Я не знаю почему, но он меня, правда, просто парализует. А мы еще пройдем вот сейчас вот по железным вот этим вот вбитым крюкам, а потом будет дальше еще вниз спускаться. Те же самые железные крюки. Вон они. И вниз. И должны, должны попасть вот туда. Для тебя мне вообще лучше не смотреть. Сразу. Мне еще хуже становится. Все, держи за веревку и спускаемся. Да нет. А дальше как? А вот посмотри на впереди себя. Видишь крюки? Не, а вот там вот как. Вот здесь я вижу скобы, а вот там по насыпи как. Посмотрим сейчас. Сейчас решим. Давай по препятствий по мере появления препятствий. Давай. Переходная. Да, прежде чем идти дальше, нужно привыкнуть к этой высоте. Возможно, я говорю, что это какая-то вид фобии, это боязнь открытого пространства. А здесь действительно огромнейшее открытое пространство. Поэтому мы решили к нему привыкнуть, отдохнуть и съесть яблочко. И с новыми силами ползти вниз. А вон впереди треугольничек, как будто Ира сказала, что это кусок пиццы. Она сейчас кушает яблоко, яблоко думает о пицце. Вот он. Вот она, пицца. Вкусная. Много очень сыра. На толстом тесте. Здесь уже не так высоко кажется. Я говорю, здесь просто чисто оптический эффект. Когда идешь сначала между зажатыми скалами, а потом попадаешь в открытое пространство, то оптически кажется, что каньон гораздо больше, гораздо опаснее, чем на самом деле существует. Так что мы идем по черным меткам вниз и дальше будем продолжать движение. Рисунки. Нужно макроснёмкой такие заделать по эти имя. Они красные. Красная-белая полоса. А между ними желтые. Во, смотри. Видишь? Вот, кристалл. Вот это вот слой. Вот это возможно, что это была органика. Кости? Да, это может быть листья. Смотри, видишь? Тоненький слой, видишь, песок, а вот это тоненький слой вот этого полупрозрачной штучки, вот такой. Вот она, видишь? Вот она. Она полупрозрачная, если ее отмыть, она будет прозрачная. Это то, во что превращается органика, когда каменеет. Если посмотреть на свет, она прозрачная, еще если отмыть. Только я не знаю, как это донести. Она очень хрупкая, вот, смотри. Шершень.
Вот, вот, смотри. Угу. Это какие-то листы, может быть, это какие-то, ну, ну. Может, листья. Может, я не знаю, насколько это возможно, но... О. Когда расколупываешь, и когда открывают динозавра, там же внутри вот эти кристаллы. Эта органика превращается в такие кристаллы. Это тоже, это лист вот такой. А вот здесь вот? Тут целый слой. Вот слой вот этот. Да, во, видишь, тут как, прям как прессовано. Вот здесь вот хорошо видно. Вот смотри, вот это видел? Сейчас да, я вот покажу. Это вот, торчит вот этот кусок. И вот, видишь? Торчит песок, а вот здесь вот слой вот этой вот. О-о-о! Ну-ка, очень хорошо видно. А мы идем дальше. Продолжаем маршрут. В этом каньоне мы спустились, есть эхо, очень, очень красивое эхо. Сейчас попробуем, если не знаю, получится ли звук, попробуем. Всем тихо. О! Каньон, здравствуй! Красный каньон! Я здесь! Здесь! Я не знаю, было ли слышно, но было очень красиво. Ну давай. Амирал канал Саша плюс Ир. Смотрите нас на видео. Вышли до Орел-Сузару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 -
направо или налево? Налево. Налево это Красный каньон. Направо река Рахам. А откуда мы пришли, называется река Шани. А идем в Красный каньон. Пошли в каньон, пойдем. Да не самый зеленый, вон там зеленая. Смотри, как здесь. Вот здесь вот это можно снять, смотри как. Мы идем, но похоже, что мы наконец-то дошли до начала Красного каньона. Вот он красный, именно цвет, название каньона и его цвет красный.
А вокруг вот такие вот скалы. Пойдем, мы идем. Заходим теперь в Красный каньон. Вот это уже Красный каньон сам. Вижу, ай-яй-яй. Вон. Сейчас возвращаемся к машинам. Приключения сегодняшние и покой в конце. Все, привет, будьте с нами всегда. Амирал канал. Привет. Вы смотрите наш канал? Вам нравятся наши фильмы? Ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Пишите, что улучшить в наших фильмах. Как сделать наш канал более интересным. И подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Всем привет!